Никакой мороз не страшен системой автозапуска Starline. Федеральная сеть фирменных центров в Кирове на Хлебозаводском проезде 9. Один человек получил тяжелые травмы в результате ДТП в поселке Мурыгино Юрьянского района. Там водитель «Шевроле Ланос» сбил мужчину. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла в понедельник в 6:35 утра в поселке Мурыгино. По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель «Шевроле Лана» сбил 54-летнего мужчину, который шел в попутном направлении. Пострадавшему медики оказали помощь, а водитель объяснил инспекторам, почему от него пахнет перегаром. Рулевой авто уверял, что выпил спиртное уже после ДТП. На него за это составили протокол. Сейчас любителю выпить в экстремальной ситуации грозит штраф и лишение прав. В Кирово-Чепецком районе произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным полиции, 23-летний водитель «Приоры» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и наехала на земляной отвал. Единственный участник аварии получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. В Даровском неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся, а лихач сейчас в розыске. На улице Воровского в Кирове произошло ДТП, в котором 5 пострадавших. По предварительным данным госавтоинспекции, 38-летний водитель «Пазика» наехал на попутный «Опель». После удара общественный транспорт врезался в припаркованный «Hyundai». В итоге пассажиры автобуса, это двое мужчин и 3 женщины, получили травмы. Медики оказали им помощь. На 14-м километре дороги Киров-Советский-Иранск сбили пешехода. По предварительным данным ГАИ, 37-летний водитель «Рено Логан» наехал на мужчину, который переходил дорогу не по правилам. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали. 2 автомобиля столкнулись на улице Горького. По предварительным данным ведомства, 32-летний водитель «Kia Ceed» столкнулся со встречной десяткой. 5-летнему мальчику-пассажиру иномарки оказали медицинскую помощь. На улице Спасской женщина-водитель «Мазды» сбила 11-летнюю девочку. По предварительным данным ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. На место аварии вызвали медиков. Сергей Пичугин, место происшествия.